Аэродром Алтышлагер. 8 ноября 2021 года. Мы на въезде рядом с четырьмя ангарами. Вот мы сюда будем заезжать. Первый ангар. Если считать со стороны, где стоял постамент самолета, вот там на перекрестке был истребитель на постаменте. В левую сторону дорога на Мальтерхаузен. Вправо Алтышлагер. На Каштанин аллее можно выйти. В эту сторону помещение караульной службы. Дальше там уже аэродром. Сюда проедем на велосипеде. Вот тут посмотрим. Вот где указатели, таблички Ахтун. Прямо на бетоне. Внимание, все тут нельзя. Внимание. Мы проедем и посмотрим второй по счету ангар. Это первый. Второй нас интересует. Поехали. Первый ангар. Он второй просматривается. Мы туда едем. Есть возможность попасть внутрь. Двери будут там с правой стороны открыты. По какой причине? Не могу сказать. Воспользуемся моментом и зайдем. Это первый мы проезжаем. Вот нас интересует этот объект, второй ангар. Это все вотчина войсковой части 42030. Вон там уже дверь видна, мы туда намереваемся зайти. Восьмого ноября 2021 года. Вот сюда будем заходить. Вот тут дверь есть. Велосипед поставим здесь. Между двумя этими ангарами. Вот это щит пожарный. Контейнер, не контейнер это стоит. Здесь мы ставим велосипед и зайдем. Мы попробуем зайти. Фонарь, фонарь не забыть. Это мы взяли камеру. Фонарь должен же быть. Да. Ух ты, как он загорелся. Или он был включенный. Это третий. По счету. Вот какая сосна тут выросла.
большая. Дальше там заканчивается третий, четвертый, направо, в сторону дежурного звена истребителей, а также хранилище топлива. Ну, потом дальше на Нидерлендорф. Двери открыты. И мы зайдем. Она была печатана, эта дверь. Вот. Мы уже на пороге. Двери закрываются. И мы внутри ангара. Я уже не помню, были мы здесь или не были ранее. Сдается мне, мы тут не были. Ну вот, побываем. С правой стороны дверь. Смотрим. Да, вот тут закрывашки, открывашки. Например, вот. Это все створки на колесах. Вот ролики. Да, с правой стороны посмотрим. Фонарь нам пригодится. Ящик с песком, то есть пожарная безопасность обеспечена. Видно элементы конструкции. Закрывашка, открывашка. Можно подняться по лесенке наверх. Но нам туда не надо. Вот эту дверь посмотрим, что делается. Лифт, не лифт. Нет, это не лифт. Такие двери. Мощные, кстати, очень мощные двери, толстые. Открывашка, закрывашка. Свет включаем. О, что это такое? Какая-то камера, наверное. Сушилка, не сушилка, вон антенны стоят. Справа, слева. А там дальше хода нет. Да, тут элементы нагревательные, мощные. Это, наверное, как-то закрывалось. Да, вот. Мы закрыли эти темы. Открыли, вот мы их увидали. Какая-то, наверное... Сушилка, ну это мощная сушилка. Вот это вытяжная система. Вышли. Вот и вышли. Вон там мы зашли с вами. Вот здесь канавка. Что-то здесь, наверное, вода проходила. Колорифер на стене. Там на стене трубы вентиляционные или нагревательные. Как-то не какой-то сушильный какой-то цех. Вот еще один колорифер. Свет-то нам не нужен. Выключатель.
светильники. Они тут видны. Вот тут батареи сняты, или элементы отопления. Труба с отверстиями. Видимо, воздух тут был горячий. Вот здесь будем подниматься повыше. На второй этаж. Здесь, видимо, был вход-выход. Или проход просто был. Вот его тут нет. Элементы отопления. Посмотрим, что здесь делается. Мощный стоит вентилятор. Как уж нажать? Двигатель еще целый. Вон он. Комната небольшая. Тоже какой-то нагреватель какой-то. Текста нет. Это что-то нашкребано. Следующая дверь. Ах ты, сколько их. То же самое с вентиляцией. Вентиляция, наверное, так и воздух, видимо, тут подавали. Запах неприятный. Кошка. Батареи тут сняты. Вот тут что, какой символ. Покрасочный, что ли. Это пульверизатор, кран, и там еще вентилятор. Небольшая комнатка. Наверное, это туалетные дела. Я немного ошибся. Это душ. Вышли. Вон просматривается элемент, бойлер. Вот там. Да. Труба тут упала. Это туалетная комната. Сюда вижу писсуары. Умывальник. Туалеты. Никаких текстов, все чисто. Нигде ничего. Нет. Все. Будем подниматься повыше. А да, вот так мы. Вон там не зашли. Вон там. Поднимаемся повыше. Тут сырость. Крыша, видимо, прохудилась. Никто не следит за состоянием кровли. Ну, тут светло. Ах, вон он бойлер.
Вон там где-то должен быть. О, написано осень на дверях. Мы уже поднялись. Еще тут пару ступенек, и мы наверху. Да, подняли еще налево. Вот тут дверь, вот она, мощная. Открыта. Ну, заходим. Зашли, и тут прямо можно зайти. Что мы сделаем. И тут можно было спуститься вниз. Но теперь этой возможности нет. Срезана лестница. Вот сам этот цех. Вот здесь заложено кирпичом. Ход мы там видели. И вот он цех этот. Или цех, или зал. Довольно большой. С той стороны, за стеной, там уже как бы кабинеты или же, как правильно сказать, помещения для инженерно-технических работников. Два этажа. Да, тут мы позаглядывали уже, все. Больше у нас нет возможности, мы-то не можем спуститься. Развернулись. Вот эта лесенка, которую мы находимся, ее уже отрезали. Здесь мы поднялись. Сюда заходим. Это вот тут обилие в трубах. Провода. Вот туда мы не можем, конечно, пройти. Никак. Вот здесь тоже находятся вентиляционные устройства или нагнетатель, вентиляторы. Вот, трубы. Фонарь еще тут не мешает. Сейчас попробуем туда перешагнуть. Тут все уже разломано. Вот туда можно пройти, но нежелательно. Тут у меня руки заняты. А ведь мы проходили ранее. Я вспоминаю, мы тут были. Ну как задергался. Мой агрегат. Ну вот, в общем-то, и все, выходим. То, что возможно, мы посмотрели. Свет выключим. И уходим. Фонарь мешается только. Спускаемся и на выход. Все эти помещения, это здание, четыре в ряд этих ангара, долгое время продаются. Но пока вот нет желающих приобрести. Или сушильный цех, или покрасочный.
Или то и другое. Мы посмотрели с вами. Выходим. Двери мы закроем. После того, как выйдем отсюда. Открывашки, закрывашки. Вот они. Сейчас шевелится. Вот она еще и откроется, чего доброго. Все действует. А как же эти открывались сверху? Ну, это не суть важно. Выходим. Перешагнули. Мы уже покинули. Это завяжу потом. Идем к велосипеду, завершаем видео. За спиной дверь, в которую мы заходили, выходили. Пасмурно. Да, я не сказал, что пасмурно. 8 градусов тепла. Осень. Третий, четвертый. Быть может, это не так нумерация была в то далекое уже время. Но я считаю, вот со стороны, вот с той стороны, там, где был на постаменте, извините, пожалуйста, истребитель. Вот этот ангар. В правой стороне, вот тут прямо, где дверь, мы побывали. И завершаем. Вон машина идет со стороны Нидердорф. Ну, на хлам внимания не обращаем. Вон та дверь. Идем к велосипеду. И уезжаем. Всем всего доброго. До новых встреч. Ага, вот же этот, как раз продолжение. Там, где мы были с вами, там, где элементы большие. Вот в эту сторону-то все. Что-то как бы одно целое. Я говорил контейнер. Это не контейнер. До свидания. Ух, третий раз уже прощаюсь. Вот эти деревья здесь выросли. Подросли. А вот одноэтажный, там вот дальше пристройка, или же, да, вон там дальше. Мы там сегодня не были, но были ранее. Плачевное состояние. Много разрушено. Подготовлено к сносу. Вообще все это после нашего ухода начали подготавливать к сносу, а потом что-то приостановили. Эти все действия в таком виде стоят сейчас. До свидания.